Как сделать рисунки на холсте интересными, красивыми и оригинальными? Взять уголь и мел вместо красок. Секретом необычной техники поделился художник Евгений Потапов. Он провел для жителей городского округа мастер-класс по рисованию в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Специалист рассказал, как правильно обращаться с графическими материалами и создавать насыщенные узоры. Потом, чтобы вот понять, что это за материал, я предлагаю какую-то плоскость эту затонировать. Может быть, и это тоже затонировать плоскость. Для чего? Для того, чтобы понять возможности, его как бы диапазон. Вот в этом месте мы тоже можем как бы рисовать, продолжать. Можем белым рисовать. Можем рисовать ластиком. Для многих участников встречи это далеко не первые шаги в искусстве. Алла Дмитриева уже не раз посещала мастер-классы по рисованию и научилась творить, используя различные техники. Батик, роспись, точечная роспись, лайтбокс, сноубол, очень много. Мне нравится очень. Ну, это новый опыт. Потом можно попробовать и понять, что тебе подходит. И ты можешь продолжить этим дальше заниматься. Ну и, наверное, тоже общение всегда приятные люди, новые какие-то знакомства. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей, инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из различных источников. В газете «Химкинские новости» есть даже специальный раздел «Афиша». Не все мастер-классы умещаются в рамках вот этого газетного разворота. Существует сайт. Сайт проекта «Химки. Интересно жить». Обратите внимание, evan.admhimki.ru. На этот сайт вы всегда можете зайти и получить полную программу, полную афишу. Проект «Химки. Интересно жить» существует больше года. За это время его посетили более 80 тысяч человек.